Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рады вас приветствовать в интернет-сообществе библиотеки имени Лермонтова. Этот видеоконцерт мы хотим приурочить к двум очень радостным мероприятиям. 27 мая – день рождения Санкт-Петербурга. История международного проекта «Фортепианные мосты» имени Натальи Добровольской очень тесно связана с этим городом. Здесь он появился, здесь он развивается – и за 10 лет своего существования конкурс и концертные серии стали неотъемлемой частью культурной, музыкальной жизни города. Кроме того, сегодня отмечается Всероссийский день библиотек. Библиотеки Санкт-Петербурга являются нашими постоянными партнерами. Это прекрасные концертные площадки, где с большим удовольствием выступают наши участники из России и из-за рубежа. Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас сегодня с Днем города. Желаем вам благополучия, здоровья. Желаем процветания нашему любимому городу. Партнерам нашей библиотечной системе Санкт-Петербурга мы сегодня говорим огромное спасибо за дружескую атмосферу, за сотрудничество и всегда теплый прием. Желаем вам приятного прослушивания.